Приветствую всех зрителей, желаю добра и здоровья в это непростое время. Печальная информация пришла недавно. На 72-м году жизни не стало всеми нами любимого худрука и ералаша Бориса Грачевского. Эту информацию сообщило информационное агентство России ТАСС со ссылкой на его жену. Мы с вами долго переживали за состояние его здоровья, ведь он попал в больницу еще 27 декабря. Через два дня он был переведен в реанимацию. 7 января он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К этому времени он уже практически не мог самостоятельно дышать. Спустя какое-то время, 11 января он смог нас всех порадовать. Он пришел в себя и, казалось бы, болезнь отступает. Но, к сожалению, его состояние стало резко ухудшаться. Его перевели в другую реанимацию и его подключили к другому аппарату, который позволяет насыщать организм кислородом через кровь. Также его ввели в состояние медикаментозной комы. Приносим свои соболезнования.